В Краснодаре срезают самовольно установленные парковочные столбы, цепи и проволоку. Специалисты мэрии и автоинспекторы убрали самодельные ограждения на улице Головатова. В этом районе владельцы частных домов и магазинов решили, что имеют право присвоить парковочные места на муниципальной земле в нарушение закона. Сначала городская администрация выслала уведомление, и уже потом, когда стало ясно, что исполнять закон нарушители не собираются, в ход пошла муниципальная болгарка. Большинство незаконных ограждений сделаны кустарным способом и уродуют вид улицы. Несколько аргументов против столбов и у инспекторов ГИБДД. Влияет на дорожно-транспортную ситуацию в городе. Влечет повышенный травматизм при случившихся дорожно-транспортных происшествиях. Также они не соответствуют требованиям государственного стандарта. Владельцам парковочных столбов незаконно, а за демонтаж конструкции придется заплатить. Также правоохранители убрали незаконное ограждение на улице Фрунзе. Специалисты мэрии продолжают обследовать центр города и выписывать уведомления.